Всем привет! Сегодня мы направляемся в поистине волшебное место. Это остров Силуэт, на котором находится единственный, уникальный в своем роде отель Hilton Seychelles La Brise. В прошлом этот остров был заселен пиратами, и никого не оставят равнодушными живописные морские пейзажи, богатая флора и фауна. Данный отель удостоен множества наград. Он окружен тропическим заповедником и океаном. Отдых здесь действительно незабываемый и абсолютно уникальный. Так что если вы хотите, чтобы мы организовали вам отдых вашей мечты, то пишите, внизу есть контакты менеджера по туризму. И пишите в комментариях, как вам отель. У Hilton Seychelles La Brise очень большая территория. Зеленая, с кучей активностей. Есть здесь мини-гольф, поле для тенниса с разными покрытиями. Все номера расположены в корпусах виллах. Такие номера, которые не имеют ближайшего доступа к пляжу, называются гарден. Здесь большие виллы, в некоторых категориях номеров повыше категории есть бесплатные свои велосипеды, можно колесить по острову, потому что остров очень большой и очень удобно передвигаться. И также есть категории вилл, которые расположены на первой линии, непосредственно возле океана. Они расположены по территории всего острова. Смотрим категорию Deluxe Beachfront Villa в отеле Hilton Seychelles La Brise. Собственный выход к океану. Прозрачная зона туалета, душа, но все-таки есть матовые стекла. Красивая открытая ванна. Очень красивые халатики. И здесь тоже сразу же выход, собственно, в бассейн. Но главный плюс санузел. Прямо из Бичвилл пойдем посмотрим пляж отеля Hilton Seychelles La Brise. С июля по сентябрь всегда достаточно большие волны, ярко выраженные отливы и приливы. Сейчас как раз обед, и в обед идут отливы. Океан достаточно меленький. Купаться можно только барахтаться на попе или на пузе. Здесь вот можно посмотреть всю пляжную береговую полосу. Вот там, где домики с красной крышей, это как раз пристань. Вот это все пляж отеля, и он простирается еще дальше. Теперь подойдем, посмотрим именно на вход в воду.
Вода очень чистая, она, в принципе, лазурная, абсолютно прозрачная. Вдалеке виден риф, о который разбивается волна. И вот так выглядит море в отлив. То есть постепенное мелководье, и уже чуть ближе к глубине, которой по факту нет, начинаются камни. Камни безобидные, но лучше на них не наступать. И как раз на видео вы можете оценить их глубину во время отлива. То есть море идеальное для тех, кто любит просто поваляться в воде. Очень красивый вид и неба, и море, и, конечно же, территория отеля, которая абсолютно зеленая. Просто потрясающее место. Территория отеля Hilton Fischel Labrisse. Бассейна. Здесь спортбар. Смотрим Garden Villa в отеле Hilton. Вилла просторная, светлая. Garden Villa стоят на второй линии. Там у них проход через пляж, совсем недалеко. А вот океан по приливу. Идет волна, но уже появляется глубина. И вот они, виллы с выходом на пляж. Какие-то более приватные, какие-то менее. Часть вилл с собственным бассейном, часть просто обычные пляжные виллы. А теперь немного про дорогу. Отель находится в 34 километрах от аэропорта Сейшел. Поездка до него занимает 1 час 15 минут, то есть это трансфер до побережья, а потом катер до острова. И второй вариант – это вертолет, всего 15 минут.